Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Chevrolet Typica. У нас на улице 32 градуса. Приехала машина, работала с кондиционером. Вот сейчас она стоит. Хочу показать, сколько с нее натекло жидкости. Это как раз показатель того, что обмерзает испаритель в салоне. Обмерзать он может только сейчас, в данный момент, по одной причине, там все исправно. Не хватает фреона. Завтра поеду проверять, сколько фреона, сколько масла и сколько надо будет доливать. И потом проверим. Вот автомобиль только приехал с кондиционером. Жена ехала. Вот сейчас не капает пока еще ничего. Так, ну, как я и говорил, предположил, так оно и оказалось. Фреона было мало. Автомобилю 5,5 лет. Осенью будет 6. Пробег 140 тысяч. Фреон не доливал, не проверял, ничего не делал. В прошлом году еще было нормально. Ну, уровень уже, видать, был низкий, но как-то он не мешал. А в этом году уже это видно было. Вот заметил случайно вот по этой луже только. Поэтому вовремя обратился к специалистам. Те ребята, которые делают на улице, к ним лучше не обращаться. А вот подъехал, они выкачали мне остатки фреона. Должно быть 870 грамм, а было 490. Добавили фреона, добавили масло. И сейчас кондиционер работает изумительно. Если у кого-то такая же причина, проверяйте уровень фреона. На этом все. Всего вам доброго.